Так, добрый день. Сегодня, значит, 27 ноября. Нас тут подморозило немножко. Солнечный денек. И решили посадить виноград. Значит, это у меня будет ряд Хэллоуин, а это ряд Аватар. Вот на первых двух кустах, на этом ряду и на этом, я делал прививки. Ну вот за лето они вот такое вот так вот они прижились и дали вот такой большой прирост, там по 2 метра и больше. Но прививки я не очень мне нравятся, конечно, прививки. Мне кажется, тут со временем нарушится кровоток или как сокодвижение в этом месте. Не знаю, ну, может и нет, может я ошибаюсь, но вот как-то мне не очень-то нравится. Я их делаю, прививки, только ради того, чтобы взять с них черенки. Вот с этих черенков, ну, какую-то часть продам я, а какую-то часть сделаю из них на весну вегетирующие саженцы и досажу ряд. Это у меня, значит, будет Аватар, а это будет Хэллоуин. Заехал там на днях к соседу, он у меня занимается размножением этих сортов. Взял у него, купил один саженец такой Хэллоуина. И сейчас мы его посадим. Значит, сажаем на месте виноградника, тоже мы раскорчевываем. Ну, вот, вроде бы, да, можно сделать прививку. Но не хочу я, вот правда, с этими прививками. Посадил, когда уже саженец, ты знаешь, что это саженец именно уже он, ну, в общем, поняли меня, что мне лучше саженцы. Так, значит, выкопали ямку где-то 70 на 70 и глубину 70. Сделали бугорочек там и присыпаем землей. Ну, немножко добавили фосфокод для питания. Так, вот эту бирочку надо приподнять. Я ему сразу задаю направление роста, ну, где-то под 45 градусов, чтобы он из земли выходил. Подай бирку, не могу дотянуться. Чуть повыше давай я подниму. Ладно, хрен с ней. В общем, как посадить. Сажаете, берете 5-литровую бутылку, обрезаете дно. Ну, я горлышко обрезал, так как пробки на ней не было. И сейчас покажу, что с ней сделать дальше. В зиму это самое лучшее укрытие, как по мне. Вот так вы его закопали. Влагозарядка упали, тут, я думаю, можно не делать, потому что и так у нас то дожди, то снег был, то земля, она и так очень насыщенная водой, то у меня капелька вот тут, я вкричал ее. Вот так вот берете, ну, давай, вот эту штуку одеть. Вот так вот берем, оп, и присыпаем ее землей. Все, в зиму перезимовывает прекрасно. Даже если весной у вас тронутся там почки под ним, то до заморозков можете вот эту штуку не снимать, чтобы вдруг заморозками ее почки не вымерзли. Вот так вот. Так вот. Сажаем в зиму саженцы. Самая лучшая посадка, конечно, саженцев, это в зиму. Потому что все равно сейчас вот тепло днем, корешки там начнут работать, давать росяные волоски, корешки. И, ну, уже весной он уже стартанет, ну, практически со своим корнем. Вот, вот так вот присыпали, и все нормально. Посадили. Тут, значит,
по черенкам, которые у меня получились. Ну, такая вот лоза. В принципе, кому надо, можете обращаться на WhatsApp. Ну, плюс нарезаем там еще. У меня там около десятка сортов. Черенки нарезаю, значит, по три почки. Раз, два, три. Для чего по три? Нижнюю почку мы обрезаем, ну, для укоренения. Вот прям посередине. Тут делаем надрезы. Почку эту удаляем. И в стаканчик. Вот тут вот появляется каллус. Корешки потом появляются. И вот эти две почки, ну, одна из них, а может и две даже, дадут вам побеги. И получите весной саженцы с закрытой корневой системой. Или второй вариант использования черенков — это также обрезали, сделали надрезы, сделали канавку, в канавку воткнули черенки и присыпали до верхней почки бугорком земли. Вот так. Весной этот бугорок не откапываете, потому что побеги пока пробьются сквозь вот этот слой земли. За это время вот эта нижняя даст, успеет дать корешок небольшой. Потому что если откопать весной, то почки стартанут на солнышке, а корешка еще нет. И дойдя там вот до такого состояния, они просто завянут, потому что корень еще к тому времени не разобьется. Поэтому делаем вот такой бугорок. Ну все. В принципе, какие вопросы, пишите в WhatsApp под видео. Виноград в этом году укрывать не буду. Зима теплая. Буду постепенно делать обрезку на нем. Ну, по мере поступления заказов черенков. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.